Всем привет! Вы на канале Технолинк. В этом видео я вам расскажу о телевизоре LG 43UM7100. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а чтобы не пропускать новое видео, я настаиваю вам нажать на колокольчик. Уверяю вас, впереди будет много чего интересного. А также я собрал для вас ссылки на все магазины в описании, где вы сможете узнать актуальные цены этого телевизора. Для тех, кто ищет дешевый телевизор с разрешением 4K и Smart TV, корейская электронная компания LG выпустила серию UM7100. Телевизоры этой серии доступны с 5 различными размерами экрана, начиная от 43 дюймов и заканчивая размером в 75. Насколько хороша эта серия и стоит ли она своих денег, мы попробуем разобраться в предстоящем обзоре. 43-дюймовая модель поставляется в качественной коробке. Благодаря легкому весу 8,3 кг, распаковка и сборка не требует особых усилий. В комплект поставки входят пульт дистанционного управления, две ножки, шнур питания и краткое руководство пользователя. Если вы предпочитаете настенное крепление вместо ножек, вам потребуется подходящий настенный кронштейн VESA 200x200. Несмотря на то, что LG обходится без ультраплоского дизайна, эта модель с ее тонкой рамкой выглядит очень привлекательно. Что касается функций, то устройство предлагает практически все, что можно ожидать от современного 4K телевизора. Серия UM7100 оснащена Smart TV с беспроводным подключением WLAN, Google Assistant и Amazon Alexa с голосовым управлением, а также встроенным тройным тюнером с функцией записи через USB. Функции Smart TV работают без сбоев. Операционная система включает в себя не только многочисленные библиотеки мультимедиа, но и веб-браузер, а также все распространенные потоковые сервисы. Интерфейс WebOS с поставляемым цифровым пультом не является сложным в управлении. Система оснащена беспроводной Bluetooth-клавиатурой со встроенной сенсорной панелью. Производитель также хорошо позаботился и о телевизионных программах. Есть возможность выбрать один из тюнеров – кабельное, цифровое и спутниковое телевидение. Время переключения каналов составляет около 1 секунды, что является очень хорошим результатом. Телевизор обладает функцией записи на обычный жесткий диск емкостью не более 2 ТБ. В общем, особенности этого телевизора довольно убедительны и не оставляют желать лучшего. Модель воспроизводит чистый звук с четко понятными голосами. Такого качества звука может быть достаточно для обычной работы телевизора, но настоящая атмосфера домашнего кинотеатра не возникает. Решением этой проблемы может стать саундбар. Используется акустическая система 2.0 с суммарной мощностью в 20 Вт, по 10 Вт на каждый динамик. Что касается качества воспроизводимого изображения, то телевизор может предложить не так уж и мало. Он оснащен антибликовым 43-дюймовым Ultra HD дисплеем. Встроенная IPS-панель с частотой 50 Гц может отображать расширенное цветовое пространство, содержащее контент со стандартами HDR10 и SLG. К особенностям матрицы IPS можно отнести расширенные углы обзора и четкое изображение с очень естественными цветами. Среднее время отклика составляет 10 миллисекунд, а минимальное 8. В связи с этим динамические сцены отображаются плавно и очень гармонично. Любители компьютерных игр также останутся довольны, если выберут эту серию в качестве игрового монитора. Немаловажным преимуществом является пульт Magic Remote, который значительно повышает удобство управления телевизором. Основные возможности пульта – это, конечно же, курсор, который перемещается по экрану телевизора. При этом пульт не обязательно должен быть направлен на телевизор. Также стоит отметить колесико прокрутки, которое очень удобно использовать при просмотре веб-сайтов в браузере телевизора. Ну и еще одна особенность – это голосовой поиск. Нажимаете кнопку, говорите в пульт нужную фразу, и телевизор уже ищет необходимую вам информацию. В телевизоре задействована технология глубокого обучения Deep Sync, а также персональный помощник Google Assistant, который позволяет управлять телевизором при помощи голосовых команд и связываться с другими устройствами умного дома. Перечень команд и вопросов, на которые может найти ответ новый телевизор, довольно обширен. Например, вы можете попросить телевизор найти фотографии, сделанные в каком-то городе во время поездки в прошлом году. Или же узнать, кто исполняет главную роль в фильме, и попросить найти свежие фильмы с любимым актером. Также вы можете выключить телевизионный приемник после окончания той или иной передачи. Не сказать, что набор разъемов, которым оснащен телевизор, удивляет своим разнообразием, но самое необходимое имеется. Это HDMI 2.0 в количестве 3 разъемов, компонентные композитные AV-входы, пара портов USB 2.0 и вход для подключения к интернету. Кроме того, телевизор имеет антенный вход и оптический аудиовыход. Давайте выясним, что же думают сами пользователи данной модели. Из положительных отзывов можно подчеркнуть: удобный пульт, хороший телевизор по хорошей цене, отличный звук, хорошая картинка и интерфейс, отзывчивость, хорошая IPS-матрица, синхронизация AirPlay с другими девайсами, хорошая операционная система.
А что касается негативных отзывов, то я их попросту не нашел. Если кому интересно, то актуальные цены на магазины я оставил для вас в описании под этим видео. В заключение обзора подведем итоги, чтобы еще раз убедиться, что это оснащенный множеством полезных технологий 4К телевизор с очень хорошим соотношением цены и качества. Модель выглядит привлекательно и добротно. Комплектация Smart TV, голосовое управление, тройной тюнер и достойное качество изображения не оставляют желать лучшего. А это был обзор на телевизор от компании LG. Если вы являетесь обладателем этого телевизора, то можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в новом обзоре.